откуда у меня такие права и титулы, так же, как у вас, в таком тоне разговаривать. Скажите правду народу. Если народ узнает правду, вы окажетесь на скамье в военном трибунале. Все, кто не заявил о себе как о живом человеке, королю или в суде, объявлялись для государственной системы мертвыми. Кто себя называет гражданином Российской Федерации? Вы физические лица. Вам присвоен номерочек, уготовано рабство и гражданская смерть. Это все расход, обычные ветеринарные протоколы. И учитываться как трастовое живое имущество. Понимаете? Цену самоидентификации. Это не я, это вот документы. Велись учеты рабов. Они переходили в ранг подданства. Британский закон о субъектах пожизненного права. Ведение метрических книг – это церковные учеты, это реестры, двойной учет, наследники русского царства. В другом учете идут как рабы Господа. Это документ. Церковники это знают, но от вас скрывают. Рода возведены в епископский сан. Для кого он отец, для кого он хозяин? Они должны покинуть территорию Российской империи. Кто говорит, что это кровавый переворот, лжет. Суверен, человек, живой мужчина или женщина с полными правами в статусе суверенов и князей церкви. Это воинский титул. Воины ваши где? Мужики сидят, холодильники охраняют. Товар используйте не по назначению. Начали обстреливать. И на вот этой крови совершили ритуал. Папа Римский, римская курия. В общем, условия были такие. Если нет, тогда мы забираем всю планету. Дорогой товарищ папа, вы проиграли. Вот он я, пришел. Сообщили сэру Ричарду Гравит. Королева Елизавета удостоверила. За это завещание человек поплатился жизнью. Не было другого пути. Уши товарища майора подключились. Многие из которых были секретны. Проводится просвещение народа. Началось массовое прозрение. А кто у нас учредитель на планете Земля? Единственный русский народ. У нас были суверены. Они хранители первичного завета высшего Творца на всю планету. Свет отжимает тьму. Во всем мире советские проводят аудит. Не менее 48 600 тонн золота. Вместо аудита вы устраиваете войну. Форс-мажор. Или возвращайте территорию, или платите. 18 нулей с вас. С цветами встречали. Вы являетесь вольно отпущенными, самозанятыми. А вот они пришли за своим. Они были шокированы. Говорю вам я, простой советский человек.